30-миллиметровые трассирующие снаряды БТР-82А рикошетом отскакивают от водной глади Средиземного моря. Упражнение, которое отрабатывают российские мотострелки в Сирии, имитирует нападение как раз со стороны акватории. Короткими очередями, постоянно меняя местоположение одну за другой, экипаж в клочья разносит водные мишени. В какой-то момент звуки стрельбы заполняют все окружающее пространство из всех калибров. Стрельба из пистолета Макарова, из автомата Калашникова, по целям на совершенно разных дистанциях. Российские военные обучают сирийских коллег тактическим приемам боя с учетом именно сирийского опыта. Например, штурм укрепленной пещеры боевиков. Небольшие мобильные отряды, вооруженные мощными пулеметами, это тоже особенность войны на открытой местности. Опыт войны в Сирии показал, что применение вот таких небольших машин с крупнокалиберными пулеметами является, например, в пустыне наиболее эффективным. Именно поэтому сирийский спецназ такой вид стрельбы отрабатывает наиболее тщательно. Такие учения на полигоне Шкайфат проходят практически ежедневно. Многие сирийские солдаты имеют огромный боевой опыт. Многие не раз участвовали в боях с террористами и хорошо владеют оружием. Российские инструкторы обучают их действовать в бою максимально эффективно и при этом экономно расходовать боеприпасы. У русских есть большой военный опыт. Они обучают нас сначала теории, а потом уже практика на полигоне. Русские учат нас тактике, как передвигаться на поле боя, быстро уничтожать врага. Все оружие у сирийских военных только российского производства. Автомат Калашникова, говорит боец сирийского спецподразделения Ахмед, для него уже давно больше, чем просто надежное оружие. Российский автомат лучший в мире. Я им давно пользуюсь. Когда Калашников рядом, чувствую, словно со мной охранник. Еще совсем недавно здесь был обычный полигон для уничтожения найденных боеприпасов. Теперь это стрелковая площадка для подготовки высококлассных специалистов. Российские военные занимаются вместе с сирийцами, чтобы на деле показать новые приемы современного боя в самых разных условиях. Подготовленный 25-метровый пистолетный тир, 100-метровый тир для стрельбы из автомата, участок армейской тактической стрельбы, который находится непосредственно сзади нас. Далее направление для выполнения упражнений подготовительных стрельб из вооружения БТР и БМП. Впрочем, сирийцы уже на первых упражнениях показали отличные результаты, хорошую скорость и меткость стрельбы. Да и российских военных они понимают уже практически без переводчика.